Всем привет! И это будет моя четвертая часть, как я прохожу Майнкрафт. Погнали! Ну, я заспавнилась, ну как не заспавнилась, а сделала, короче, вот. Извините снова за руку, просто я это... В прошлый раз я снимала на лампе, поэтому было так высоко, и нормально все было видно. А сейчас я ее куда-то положила и не знаю куда. Поэтому, да, простите, пожалуйста. Так, ну а мы начинаем наше прохождение. Я вышла за кадром на улицу, чтобы снять вот это вот все. Как вы знаете, кто смотрел мои предыдущие серии, мы хотим посетить то загадочное место. Вон то вот, где пещера. Но... Я великий суккуб, поэтому я туда не пошла, а пошла в другую эту пещеру. И там я видела где-то другое это, а нет, другую пещеру. И мы туда тоже сходили уже, но сейчас я увидела там еще одну пещеру. И наша цель на сегодня сходить в ту пещеру. Извините за эту минуту молчания. Мне уже, если честно, как-то это сыкотно. И да, мы сейчас идем именно туда. Потому что да. Так, вроде бы вот это. Да, вот это вот. И здесь более темно, чем в той пещере. Блин, а здесь реально темно. Как поставить, блин? А, о май гад. Так. Ага. Как думаете, идти мне туда или нет? Но в следующей серии, если вы напишите в комментариях, идти мне туда или нет, я обязательно туда схожу. Ну а сейчас пока что мы это место заставим, потому что я могу туда в любой момент упасть. И добудем немножко камня. Не знаю зачем, конечно, но надо, потому что это... Каждый шахтер, у каждого шахтера должен быть... Камень. Меня только что присыпало гравием. Или что это такое? Да, это гравий. Охренеть. И вот для этого специально я взяла вот этот, ну как, собрала этот камень. Камень. Да чё? А, нет, все поставилось. Ну, вы в комментариях напишите, и я, если да... Если вы хотите, чтобы я туда пошла, то сделайте смайлик. Ну, как смайлик, который... Ну, да, смайлик, короче. Смайлик этот. Смайлик чая. А если у вас нет чая, то какой-нибудь, короче, какой-нибудь напиток. Какой-нибудь напиток. А если вы не хотите, чтобы я туда пошла, только... Блин. То напишите, ну... Смайлик, конечно же, тоже. Еды какой-нибудь, любой. А не напитка. И я, и кого будет больше, за это, да или нет, ну, типа того, да. Я совсем запуталась. Типа, будет больше напитков, я пойду туда. Будет больше еды, я не пойду туда. И буду делать... И все-таки, если кто-то не хочет, чтобы я тут пошла, все-таки я пойду вон туда. Поэтому, пожалуйста. Ставьте все да, я не хочу туда идти. Так, и нам нужно мясо. Высоко. Курица. Это было больно.
Это все из-за тебя. Это мои хейтеры, которые меня хейтят. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, все. Пошли, потопали куда-нибудь. Так, вот смотрите, оно, солнце уже посередине, то есть скоро будет закат. О, еще один хейтер. Ой-е. Так, не знаю, почему курицы именно хейтеры, но они так похожи на моих хейтеров. Просто ас. Так. Для чего нам может понадобиться перо? Вот я не знаю. Ой, что-то насморк. Всегда у меня насморк, когда я записываю видео. Ну, конечно. Так. Для чего нам может понадобиться перо? Надо покушать. Ай, не то нажала. О, жареная эта курица. Жареные мои хейтеры. Да. Ждем, как пока сделается другая курица. У меня сейчас этот клавиша сломается нафиг. А. Так, ну все там. Все. Так. А чё все еще это? Так, подозрительно. Что это? У меня там ничего нет, оно все еще горит. Что это? Если оно так хочет, то я дам железо тебе. Натя. Так, у меня будет железо. А что если вперед и назад одновременно? А, ну пон. Я не знаю, о чем это видео будет. Короче, я даже не знаю. Я просто поговорю, немножко поговорю. Ну, да. Так, железо. У меня два железа. Все, ребята, я богатая. У меня есть. У меня есть железо. Ну вот это вот, кстати, странно. Почему у меня там ничего нет, оно все еще горит? Ладно. Может быть, в этой версии Майнкрафта так и должно быть. Так, скоро мы будем спать вот на этой желтой прекрасной кровати. Ой. Я случайно. Не специально, а случайно. Как ее поставить? О, вот, все. Да. А, послушай, то, что кто-то пришел, я это в одиночку снимаю. Ой. Дайте мне уже поспать. О, вот, все. Смотрите, у меня рука в стене. У меня рука в стене. Поэтому у меня ее нет. Не смешно. Я помню деревню кошек Голема. У меня есть новая цель. Я пойду и убью тамошнего Голема. Голема. Или как оно говорится, я не помню. И даже не знаю, наверное. Так, погнали. Я убью Голема, у меня будет много железа. А жители там поживут, дома пусть прячутся. Датка добрая. Ай. Так, берем, это ломаем, это ставим. Это ломаем, это снова, хотя нет, больше ничего мне не надо. Так, я заберусь туда. Ага. Но это будет не в кадре. Классно. Ту-ту-ту. Так, вот я уже забралась вне кадре, потому что не хочу терять ваше время, и да, и мое, чтобы, да, короче. О, еще напишу. Тоже напишите. Хотя не надо, я потом сама решу.
Так, голем, кис-кис-кис. Ути, господи, боже мой. Здесь посмотрите, какая клетка. Так, ладно. Затем мы пришли. Главное сейчас не ошибиться и тупо не сдохнуть. Так. Сейчас, подожди. Так, чтобы он меня не достал, я его достала. Да блин, куда ты пошел? Давай стебать, что ли? Сейчас. Так. Да блин. Ладно. Я подожду. Нет, мне лень. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты мне покажешь. Сейчас. Покажу. Как это меня убегать? Все, стой здесь. Сказала, стой здесь. Да блин. Я хочу тебя убить. Дай мне тебя убить. Давай впереди этого стану. Уйди. Сказала, уйди. Значит, уйди. А сейчас не уходи. Ёб твою мать, ёб твою мать. Я лоханулась, девочки. Ёб твою мать. Извините за выражение. Я придумала, я спрячусь в доме, в доме. Блин. Да ёб твою мать, да нафиг. Все, оторвалась? Я же оторвалась, да? Это было... Ова, да? Это было... Вот он. Как ты меня ударил? А? Пон. Чё? Мои сердечки, мои хорошие. Дебил. Нужно сваливать. Все, валим отсюда. Хотя, где же есть железо? Железо. Я так тихо говорю, потому что там колено. Так, нахрена я его ударила? Дурлин-то, блин. Плюс 2 железа. Классно. О, мой дом. Миг. Запускаемся. Ай. Спускаемся спокойненько. Ты что здесь делаешь, дебил? Иди отсюда. Значит, оттуда лучше не прыгать. Чё ты? Из тебя я упала. У меня еда закончилась, девочки. Все, быстренько бежим домой. Ну, конечно, с големом я лоханулась. Ну, конечно же, а кто еще? Теперь лучше мне туда не суваться, а то мало ли увидит и убьет нахер. Это было страшно, девочки. В следующий раз, если вы напишите, то я пойду в ту пещеру. А если вы ничего не напишите, то я сама буду решать. Угу. Так, сейчас я поем, покушаю. Так. Так. Ой, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, все. Ну, на этом все. Всем пока-пока. Пока-пока.